Экологическое мероприятие в Лангепасе организовали депутаты местной думы. Ежегодно в преддверии летних каникул народные избранники, вооружившись перчатками и мусорными мешками, выходят, чтобы сделать дворовые территории еще чище. Анатолий Давыденко – активный участник субботников еще со школьной скамьи. И в депутатской деятельности продолжает это благое дело. Жители данного микрорайона, ну, где я являюсь депутатом, обратились с тем, что необходимо пополнить песочницы детские. Ну, совсем нету песка, нету где играться. Стало тепло, хорошо, с детьми выходят гулять. И вот на прошлой неделе было такое обращение. Чистый десант, в составе которого 20 депутатов, убрали 64 дворовые площадки. Территорию расчистили от листвы, сухостоя, стекла и фантиков. Собрали более 100 килограммов мусора. Я тоже отец, и меня очень это беспокоит, чтобы дети чувствовали себя уютно, комфортно и было приятно играть на детских площадках. По словам участников субботника, такое мероприятие формирует общий пример. Местным отделением партии «Единая Россия» совместно с депутатами Думы города Лангепаса принято решение о проведении субботников в дворовых территориях по своим избирательным участкам. Идея этой акции достаточно проста и понятна. Это наведение порядка. Это поддержание чистоты. Детям удобнее и комфортнее играть на чистых игровых площадках, на которых есть зелень, которые безопасны для их времяпровождения. Надеюсь, этими субботниками мы сделаем в целом город чище и комфортнее. С наступлением теплых дней депутаты местной думы еще не раз посвятят свое время наведению порядка в городе. Валерия Ружицкая, Тимур Зигангиров. Наши города.